случилось? Где? Где я? Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и это Far Cry 1. Бляха, бляха. Ой, ёпта. Что за начало, что за дичь? Мать его, мать его. Бежать, бежать, бежать. Куда-нибудь, я не знаю, с водопада падать? Ёпти мать. А эта дичь упала за мной? Слышал, там второй всплеск был? Да, он сдох. Окей. Бляха. Короче, это первый Far Cry. И просто... Я просто не знаю, что теперь делать. Просто не знаю, что теперь делать. Нас скинули с вертолета, забрали Вэл. Ну и, в принципе, нахер она нужна. Она только мешает. Вообще просто какая-то неадекватная бабенция. Вот. Нас скинули, короче, с вертолета. С одной М-кой, в которой даже меньше обоймы. Ты видел? Я просто сделал очередь, и все кончилось. Что теперь делать. На этом острове сейчас кишит, короче, вообще полно... Что случилось? 10 патронов! Да вы издеваетесь нахер! Да беги ты, ну! Просто жесть. На этом острове сейчас кишит, короче, кишмя... Трагинов. Наверное, наемников. Я так предполагаю. Я вообще понимаю. Да смотри, там пробежал эта макака мутированная. Еб твою мать! Что делать? Просто что делать? Что? Это знаешь, это просто какие-то садомазы, не знаю, этих. Садомаза фантазия Ubisoft, это вообще какая-то дичь. Просто. Попробовать здесь пробежать. Надо выбираться. Ля колотить. Ля. О! Не, ну реально, а что делать-то? Что? Что случилось? Где? Где я? Где я? Где я? В жопе ты. Сейчас твою задницу будут рвать на фашистский флаг. Там вон вертолет, я вижу. Я так полагаю, мне до него надо добежать. Но это нереально. Надо выбираться. Это нереально. А нет, смотри. Я смог. Я смог. У меня дыхалка кончилась. Где вертушка, бляха? Где-то видел эту вертушку. Нет. Ускорься, пожалуйста. О, вертолет, я вижу вертолет. Нет! Выход.
Бляха! Чуть-чуть! Там по-любому должны быть припасы. Что? Что случилось? Где? Где я? Там по-любому должны быть припасы. Давай, 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 ныряй. Так же как-нибудь сейчас по краюшку, по краюшку. Вот еще бы восстанавливалось быстрее. Надо выбираться. Жесть, 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 жесть. Вдыхаю сильно, быстро очень. Бляха, там еще макаки. Быстрей. Они просто, они же ваншотят. Макаки ваншотят. Сюда, сюда, сюда. Так, вертолет. Похоже, вижу. Бляха, нет! Отлично. Это похоже на выход. Отлично. Похоже на выход. Давай, 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 давай. Сохранка. О, ну наконец-то. Ну, я на острове, в джунглях, по шею в дерьме, в мутантах. А в остальном все хорошо. А как ты? Понял, понял тебя, умник. Слава богу, что ты жив. Джек, тебе надо бежать из этой зоны. Лучший путь пробраться через укрепления. Они как раз неподалеку от тебя. Так, окей, а через укрепления. Так, это я беру все. Бляха! Погнали! В первую очередь надо мочить, короче, тех, кто стреляет. Бляха! Отлично. Вон того. Готов. Готов. Так, здесь что? Кто-то стреляет еще? Погоди, а кто стреляет? Отсюда? Готов. Там кто-то лезет еще. Готов. Еще кто-то. Вот это место, наверное, вы и говорили про пулемет-то. Да? Скорее всего. Так, вон стоит. Вон кто стрелял. Ну, где собака зарыта-то была. Все, готов. Да, а, бинокля-то у меня тоже нет. Есть еще кто? Я где-то еще слышу здоровяка, походу. В смысле? Тихо, тихо, тихо. Где-то еще может здесь есть? Потому что он где-то недалеко рычит-то. Слышишь, да? В смысле? На вертолете? Бляха. Жалко, бинокля нет. Ай! Говнюк! Фу. Там вон вдали шаволится кто-то. Я смогу дострелять? Нет, наверное, не долетят патроны. Опа, шевелится кто-то. Отлично, нашел цель. Это здоровяк, походу, да? Исчезли. Смотри, убегает, убегает, походу. Почуял, чем пахнет, а? У меня патронов здесь много. Бесконечное множество. Поэтому я тебя сейчас просто нашпигую здесь. Будешь фаршированным трагером.
Вот придумали тут, бляха. Ты что, убил, нет? Шевелится там? Ну, вроде все, да? Окей. Так, что здесь мы имеем? Тишина и покой. Фу. Ладно. Так, патрончики. Ага. Ага. Ну, в принципе, патроны-то одинаковые. Что ПГшка, что вот это. Поэтому мне М-ка не нужна. ПГшку я оставлю. Бляха, кто-то еще? Найдены из лаборатории, расползлись по всему острову. Будь предельно осторожен. Жалко, бинокля нету. Я вот не понимаю, где этот... Где эти ублюдки? И кто это вообще, здоровый или... С автоматом, чел. Да ёпти мать, ты чё застреваешь-то? А наверху, наверное, да? Хотя никого не вижу. Блин, ещё как начнёт палить. Ну? Вон, вижу. Прыгун сраный. Ну и где ты? Бляха, вот... И все, и там засел, да? Ублюдок. Сюда иди. Говнюк. Бляха! Ну и где? Че, опять сейчас с этого вертолета начинать, бляха? Кобздец, ну? Просто издеваются. Они просто издеваются. Так. Ну-ка, ну-ка. Да сдохни! Так. Ты куда побежал, ублюдок? Сюда иди. Ты у нас такой здоровый и такой секунд, что ли? Давай-ка, давай-ка. Так. Здесь, по-моему, с этой стороны еще двое должны идти. Нет? Не пойдут. Вот оттуда я не достаю, да? О, ты-то откуда здесь взялся-то? Тебя же не было. Ну-ка. Стоит, главное, тут такой. Бляха, бинокля точно нету здесь. Этот откуда-то здесь появился. Нет, оттуда я не достаю. Нет. Так, ну отсюда, наверное, я думаю, больше не придут. Они тогда были сагрены просто на меня. Поэтому за мной гнались. Окей. Опять ни патронов, ни хера. Ой, не, патроны есть, ни аптечек, ни хера. Расползлись по всему острову. Будь предельно осторожен. Л-
Бляха. Я думал, я здоровяков всех убил. Отлично. Так. Там чел за пулеметом. Это он меня видит? Ёпты, это не он меня видит. Это вон тот меня видит. Собака убежал. Загасили? Погоди. Где топает? Где-то здоровяк топал. Я отчетливо слышал. Блях, опять этот попрыгунчик, собака. Нет, 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 нет. Готов. Пипец, у меня нет слов. Как это проходить, бляха? Как это пройти? Эти разрабы просто долбанулись, по-моему. Когда создавали вот эту миссию. Да сдохни ты там уже, бляха. Ну, ёпти. Так, здесь сейчас попрыгун этот. Который ваншотит. Но... Ну и где ты, бля? О, бежит, бежит, смотри. Так, он был один, по-моему. Меня еще кто-то видит. Ага, он стоит, смотрит. Все, вроде никто больше не видит, да? И оттуда больше никто не идет. Допустим. Пробуем еще раз. Похоже, трагины из лабораторий расползлись по всему острову. Будь предельно осторожен. Вот здесь по всему острову, бляха. Почему ты не можешь забраться на эту горку? Так бы хорошечно с нее сейчас поснимал там. Так, пулеметчика нет. Гранатометчик. Да сдохни! Или он там забаговался, мать его? Лёха. Вот это дичь, вот это дичь. О, нет, там смотри. О, я попал. Я снова, мать его, попал. Это там живой или он забаговался, бляха? Ай, попрыгунчик! Загасил, отлично. Так, этих оббежали. Все, нахер. Сохранку бы хотя бы. Не даете больше ничего, сохранку бы хотя бы дайте. О, а что я вижу? Арсенал. Штяк. Так, а сюда они пройдут? Те, которые там ходили. Дойл, моя рука зеленеет. Похоже, ты все-таки заразился. Ну я же вколол сыворотку. Сыворотка спасает при обычных обстоятельствах. Видимо, произошла утечка, перенасытившая воздух мутаген. Так заразился Кригер. Кригер заражен? Он разработал для себя препарат, не допускающий распространения мутаций по телу. Уверен, он у него с собой.
Попробую уговорить его выделить мне пару капель. Жесть, меня заставка, короче, напугала. Окей, так, боезапас, боезапас, боезапас. Короче, Джек заразился. Не есть хорошо. Так, это мы выкинем. Что-то новое здесь не подобрать, да? Нет. Окей. Так, карточку взяли какую-то. А, нет, смотри, что-то подобрали. Мы подобрали... Так, сейчас все перезаряжаю. Так, это перезарядилось. Так. Окей. А, снайперки нет, да? Бляха, это херово. Снайперки нет, это херово. Ну ладно. Сохранка вроде прошла, да? О, тачка. Неплохо. Так, с базукой дохлый. В смысле мне не подняться? Не мешает базука, прикинь. Ага, здесь больше никого. Так, окей. Там, бляха, то... Зачем я сюда пошел, ну? Быстро, быстро, быстро. Вот это. Так. Он без базуки? Без базуки. Окей. Быстро. Устроенный этот хер из базуки, ладно. Не такой страшный, чем с базукой. Бляха, 44 патрона осталось. Ой, депухи. Ну-ка, здесь у меня остались патроны от нее. Нет. Беда, печаль. Окей. Ладно. Ну, хоть с этими справился. Джек, ты направляешься в центральный офис Кригера. Он находится на краю кратера вулкана. Кригер сдерживает извержение за счет какого-то... Так, еще и с пулемета. Окей. А бинокль я взял? Бинокль я взял. Я тоже наблюдаю. Все почти кончится. Я дичь просто. Охренеть! Я, кстати, припоминаю это место. Помните, я говорил то, что давно-давно я не смог так пройти. Как раз вот оно и есть место. Я не смог тогда пройти. Бляха! Мост сломан. Я не смог тогда пройти это место. Потому что здесь вон что творится! Капец моей машине. Они еще, падла, не дохнут, у меня еще не стреляет. Короче, капец. А куда ехать-то? Бля, лава! Там что, пешком надо бежать? Это жесть. Тут я не перепрыгну, это стопудово. Ну ладно, попытка не пытка, но... Да. Так, куда я еду? Попробовать, короче, просто не стреляя прогнаться. Бляха, их еще и не сбить. Ай. А куда? Здесь лава опять.